Доброго времени суток, друзья! Или, чтобы быть точнее, Buenos dias, buenas noches, amigos! Продолжаем мы с Рико путешествовать в нашем замечательном мире. О, я там, так понимаю, там самолет летит. Красиво. В этом замечательном мире на островах Панао. Просто красота неимоверная. Так, либо вечереет, либо наоборот утреет, да, я смотрю. Но я смотрю, также появляются огни. Очень много огней. Какого-то там места. Что это интересно за место? К сожалению, не видно, нельзя приблизить. Вот единственное плохо, тут нету бинокля, чтобы увидеть все. Есть снайперская винтовка, конечно, чтобы приблизить, но нету бинокля, к сожалению. Было бы неплохо. 1,5 километра до цели. А, это аэропорт, похоже. Так что тут всегда светит. Вот. А я вон туда вон лечу, мой пункт назначения. Там попробую выполнить это задание, какое бы оно ни было. Долетим, узнаем, что впереди. Быстро, кто-нибудь к пулемету! Хватай пушку! Стреляй из пулемета! Ну вот! Опорный пункт группировки. Давай посмотрим, что мы можем взять из боеприпасов. Да, это я. Так, по-моему, запас более-менее полный, да? Ага, все. Теперь просто замечательно. Так, ну что ж, вперед! Вперед к своей цели. Можешь драться и убивать солдат. Но пока я не почувствую зов революции в твоем сердце, я тебя буду считать врагом. Мне еще революции не хватало. Так, ну место неплохое, думаю, пригодится на будущее. Ну что ж, вперед! Давай, говори, что нужно делать. Право на ношение, отлично. В комплексе находится радиопередатчик. С его помощью я могу взломать систему безопасности, отдав ей приказ на отключение. Мы выдвигаемся. Пошли. Скорпион, помни, меня надо охранять. Я это знаю. Вижу врага всем постам. Где, кто? Я не вижу их. Атакую. Захожу с фланга. Куда? Не вижу, где? Славу, Панау! Кто? Где вы, панамские головорезы? Укрытие! Вау!
Вход заперт. Скорпион, проберись туда и открой его изнутри. Кто-то херачит прямо с этой. Вперед, Скорпион, скорее! Я его вижу! Вон он! Ха-ха, вот этого урода надо, все. Свалил я его. Так, отлично. Ты живой? Все хорошо? Так, ну заходим, да? Насколько я понимаю, заходим внутрь. Так. Не так-то просто это все сделать, да? Фу, меня там ждут. Меня там уже ждут. Тогда залазим вверх. Где они? Он там! Бляха-муха. Не все так просто. Уа! Все, спасение произошло. Так, ну что? Спускаемся вниз. Надо сделать вот это. 2, 3, 4, 3, 4. Отлично. Дверь открыли. Кто? Где? Чисто! Пошли! Заходи! Смерть фашистским свиньям! Где ты фашистов увидел? Вот это вот мне интересно. Так, все вперед! Мы его поймали! Где? Кто? Куда дальше? Давай, показывай дорогу, дружок, показывай дорогу. Эта пушка нас всех разорвет на где? Части. Какая пушка? Уничтожь ее, Скорпион! Я ее не вижу. Преимущество все еще на их стороне! Черт побери, отбросьте их! Пулеметчик, вон он. Получай! Ах ты собака, вот я тебя нашел. Тебе конец. Он не стреляет. Опс. Тебе конец. Так, пойдем сюда. Он... Есть. Иди сюда. Я попасть не могу, похоже. По пулеметчику. Так, а можно его выдернуть оттуда? Нет, похоже, нельзя. Жаль. Так, вон там он. Лишние ребята. Блин, не получается у меня. Так, вон там он мешает. Вон где он? Один. Ах ты, сучок. Разберись с ними, Скорпион! Все на землю! Ай-яй-яй! Вот с... Пошли! Найди его! Все чисто! Отлично! Вперед, жнецы! Давай, ребята, двигайся! Я его вижу!
Отлично. Чё дальше? Чё дальше? Куда дальше, ребят? Показывай дорогу. Вперед, вперед. На землю! Военный джип! Скорпион, о, разберись с ним! Блин. Защищай, ну куда он делся? Где он? Враг на моем участке. Стойте здесь. Стойте здесь. Тебе конец. Остановись, пулемёту. Кто? Ублюдок. Где? Ну что, где вы, ребят? Злейшие мои враги. Вон он. О, да. Так, куда идем дальше? Кто видел, куда идем? А, вот он. Ну что, пошли дальше, нет? Мы приближаемся к внутреннему комплексу. Так. Победа уже близко. Угнетатели хорошо подготовились к штурму, но мы сокрушим их. Не то слово. Амиго. Так, ну чё, говори, куда идти дальше? Ха-ха-ха-ха! Мощно! Мощная поддержка! Все чисто! Вперед, жнецы! Так. Просто я все супер. Ага. Просто все супер! Техник, не ходи вперед! Вон еще один. Куда поперлись, ребята? Я его вижу. Так, я не вижу. Я нифига не вижу. Вон он чё. Я его вижу. Ну ты чё, дай-ка я его. Дай-ка я его здесь прямо. Вон там. Отлично. И что, куда идем? Отлично. Мы справились. Тут я могу взломать радиопередачи. Но тебе придется прикрывать мне спину, Скорпион. Как всегда. Ну что ж. Нужно найти правильную частоту. Еще немного. Вертолет летит? Нет. А, джип. Взять ее! Перестроиться! Хо-хо-хо-хо-хо! Отлично. Все хорошо. Там комендант едет. Комендант едет. Скорпион! Вот так! Они сдаются! Победа! Вот так! Они сдаются! Право на ношение. Теперь я имею право носить оружие. Склад взят. А значит... Так. А значит, все будет просто супер. Сфера влияния увеличилась. О, обрез. Ружье. О. Шума. Короче, интересная машина. Так. Ну что ж. Ты помог мне выкормить детей революции. Надеюсь, ты в будущем будешь помогать снабжать моих малышей. Малышей. Мамаша. Так, ну давайте пробежимся по этой базе, посмотрим, что тут интересное можно найти. Довольно интересная, симпатичная база, склад. Коробочки. Эх, коробочки. Я не говорю, что будет все быстро, что все задания будут выполняться махом, односекундно. Еще до
половины до середины пути еще очень долго. А можно просто разрушить эту сегодняшнюю вот эту вот базу. Мне кажется, будет. Я тут думаю, приятель. О, Шелдон. Что, привет. Что тут в Панаму творится? Чувствуется что-то иностранное. Такие вещи я чую за версту. И сдается мне, что на поле вышли международные игроки. Да. Вижу врага всей силой к бою. Значит, все не так просто, да? Война здесь не просто против малыша Панао. Здесь намного все сильнее, серьезнее. Ха-ха-ха, разрушаем военные базы. Я не хочу разрушать гражданские деревни, а вот эти вот военные базы будет довольно неплохо разрушить все. Там бабахнуло, там бабахнуло. Вот это тоже надо уничтожить. ПВО. О, да. Великое разрушение. Вот еще ПВО. Нет, это не ПВО. Ну что, кто-нибудь еще что-нибудь скажет, нет? Из моих друзей новых. Каких-нибудь. Вон еще ПВО. Мы его обнаружили. Пришлите подкрепление. Ай-яй-яй, попробуй пришли. Я тут не один. О. Я думал, это тоже можно разрушить. Нет, нельзя. А почему нельзя? Там можно ведь? Наверное. Ну давай. Отлично. Вот это надо не разрушить. Хорошо. Побегаем. Добьем. О, может тут что-нибудь интересное можно найти еще на этих складах. Пока ничего не вижу. Действительно, прорисовка и сама игра просто замечательно. Мне это нравится. Смотрите, какой вид. Какой вид, а? Новости. Мы счастливы сообщить, что вспышки насилия в низинах реки Раджанг, о которых сообщалось ранее, оказались всего лишь военными учениями. О, ответственные отлично. Офицеры Пануанской национальной гвардии понесут наказание за то, что не проинформировали общественность заблаговременно. Да-да-да. Головы должны полететь, но головы летят не тех, кого надо. Ха-ха-ха. Моя голова останется со мной. Я думал, это разрушаемый... Нет. Металлический. О! БТР! Моя любимая. Что ж. Я думаю, можно будет на ней прокатиться дальше. Вот, там часть оружия лежит. Мне нравится с таким пулеметиком бегать. Благо их тут много по всему острову разложен. Так, пойдем посмотрим сверху, что мы еще не разрушили. Что мне еще предстоит разбомбить, чтобы узнать, когда же 100% всего будет здесь, на этой базе разрушено. Ничего больше нету. Ладно, пойдем по низу. БТР-ка. Ох, красота какая.
Да, пожалуй, все. Больше нефиг тут ловить. Не люблю эти машины. Фиговые они. Не нравятся они мне. А вот БТР-ку я возьму. Ладно. Сегодняшняя серия подходит к концу. А вы подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я еще раз говорю, что это будет все не быстро. Все будет достаточно медленно. Но еще у нас все впереди. Всего доброго. Пока.